очередь было интересно немного истории художников, послушать о художниках, о ребятах, которые это все рисовали, создавали. Важно услышать, как ребята, преодолевая различные трудности, все равно делают свое дело, говорят свое слово, создают что-то новое. Интересно, необычные рисунки, они находятся в абсолютно неизведанных местах. И на остановках, на частях заводов, в разных местах спрятаны, и потрясающие работы. Очень круто. Мне было очень интересно посмотреть, особенно ночью. Поэтому я не видела в интернете, потому что нельзя фотографировать.